Добрый день. Представляю вам женские шлепанцы вьетнамки немецкого бренда Каприз. Верх модели сделан из натуральной лаковой кожи теленка на плака. Мягче, чем обычный лак, он имеет неравномерную фактуру, при этом также отталкивает влагу и эффектно блестит на свету. Ухаживайте за наплаком правильно, чтобы он не тускнел и оставался мягким. Ремешок на застежке надежно зафиксирует ногу в обуви. Вы можете легко отрегулировать его длину для более комфортной посадки. Эластичная резинка на ремешке не даст ему сдавливать ногу. Модель подойдет людям с увеличенной полнотой стоп. Подкладка из искусственной замши прочная и долговечная. Она мягкая и приятная для кожи. Стелька и подошва из резины надежные и эластичные. Они не сотрутся от длительного ношения и не боятся влаги. Обувь легко и быстро привести в порядок. Достаточно протереть подошву влажной тканью. Утолщение под пяткой поддерживает стопу в анатомически правильном положении. Рисунок протектора уменьшит риск поскользнуться. Носите эти шлепанцы в стиле casual с купальником и платьем-рубашкой. Для города шлепанцы составят пару джинсовым шортом и льняной рубашке, а также трикотажному платью миди без рукавов и текстильному или кожаному мягкому шоперу. Модель представлена в белом и молочно-бежевом цветах. Подарите себе комфорт с вашими новыми шлепанцами Каприз.